Ну что, отправляемся сюда еще раз. На связи Чандер, это у нас культ ягненка. В топе отправляемся. Что в этот раз? О, тесак. Тесак, кстати, намного меньше урона имеет. 3,7 против 7,2. Касание и кактуса какого-то. Зато топор бьет быстрее. В два раза. На самом деле, то, что медленно бьет... Ну, правда, этот трындец слишком медленно бьет молот. Он очень силен, очень классный. Мне очень понравился молот за счет своего урона, но он слишком медленный. Тяжело им владеть. То есть топор ты ударил, перекатился, понимаешь? Ударил, перекатился. Молотом ты так не можешь делать. Молот пока вот это вот зарядит свою атаку. Малышей призывает. Кстати, можно здесь прям на нем нафармить, получается, много. Я по нему урона вообще не наношу, видели? Малышей? Это не малыши. Нифига не малыши. Карта. Давай, что за карта? Вымощи нанести критический удар с вероятностью 10%. В целом неплохо. Маловато, конечно, 10%, но пойдет. Хоть иногда критулька будет проходить. Взяли цветочную арку. Украшения нам нужны. Напоминаю, ребят, что украшения нам дают и веру, по-моему. И вообще украшения хорошо. Но это дешево и действительно дают веру. То есть, если потребуется, мы просто понастроим украшения. Мы специально для этого и брали это. Сыграли в бильярд немножко. Хорошо. Звук, конечно, крита абсолютно такой же, как и звук того, что ты получаешь урон. Это ужасно. Никто не попал в тюрьму. Особенность веры в прощение. Хорошо. Тут какие-то медузы, видишь? Что они означают? Есть контакт. Видишь, топор гораздо динамичней. При всем при этом урон у него хороший. В этом фишка топора. Стоп, стоп, показалось? Не показалось. Давай карту. Ладно. Все плохо. Даже добыча ресурсов была бы полезней. Кузнец бы, наверное, не помешал, я думаю. Блин. Я так лоханулся-то. Лоханулся. Ладно, возобновил немножко. 60% стало. Поехали. Я, по-моему, отбил стрелу, вы видели? Видишь, удается шустрее работать с топором. Проще уворачиваться. Мне вообще тяжело уворачиваться, напоминаю, ребят, поскольку реакции не хватает, да? Но все равно топор как-то лежит в руке. Лучше, чем остальное оружие. Получаете сердце. Больше кто-то не болеет, это хорошо. Последователь, да. Давай последователь, а потом лор. Молим тебя, Каламар, яви нам свою милость и одари нас здоровьем и долголетием. Ну вот долголетием он вас точно не одарит. Стрёмные колючки. Угу.
Опять летающие штуки. Неприятно. Ух! Вообще неприятные. На всю карту перемещ... Вы видели? Жесть. С уроном, кстати, в 200%. Умирали они тяжеловато. Все. Спастить тропу паломников. Найти кристаллы. Мы какие-то кристаллы нашли? Хорошо. Я даже не понял, откуда мы их добыли. Давай спасаем. Ой, слоненка спасли. Слоненок. Немножко лора. Рассказывай. А, это не лор, это случайное событие все-таки. Понял. Либо мы получим половину голубого сердца, либо мы получим одно больное сердце, конечно. Лита умирает от старости, прекрасно. Больное сердце, либо половину голубого. Лучше больное, конечно же. Больное, потому что полноценное. Плюс мы урон сможем зарефлектить. F-лити, да? Молот сносил с одного удара. Это орудие с двух ударов сбивает. Но тем не менее. Делает это по скорости за такое же количество времени, к слову. У молота, конечно, удобно, что показывает. Ну, молот надо ускорять. То есть, нужно увеличение скорости атаки на молот. Мне кажется, молот так-то топчик. Так, ты можешь вот выбрать молот или нож вместо топора. А то оружие, которое у тебя в руках... 20 урона, ну слушай, ну алло. У меня 3,7, а тут 20. Разница невероятная. Давай, ладно. Так, это просто оружие, да? А здесь что еще? Духа вызывает. Вот, смотри, переработать можно. Вот, переработать топор. А, 10 урона, кстати. Стоп. 10 урона? 10 урона будет. А, ну так нафига ж тогда он нужен, конечно. Тогда лучше переработаем молот. Переработали в одну монетку. Переработал впервые, ребят. Нож топ, однозначно. Лучшее просто, что есть в игре, это нож. Оглушает, кстати, взрывчатка. Это хорошо. Если грамотно навести взрывчатку, видите, она не только урон наносит, что куда более важно, оглушает противника. Почему 10 урона? Потому что плюс проценты. Оружейник. А, приглашение смерти. Смертельный прорыв. Призывающий... Так, мощный удар, призывающий духов, которые нападают на врагов. Это хорошо. Сила короны. 11-я. Скоростная, которая может поработить задетых врагов. Это такое... Замораживающий в жопу. Я лучше возьму приглашение смерти. Будет вызывать духов. Глыбы, которые замораживают задетых врагов. Вот эта штука нерабочая. Мы это уже выяснили. Она вообще нерабочая. Все, здесь собрали какое-то количество бревен хотя бы. У нас, правда, лесопилки тьфу-тьфу-тьфу работают, но тем не менее. Здорово еще раз, Салос. Ах ты ж, зараза! Что ж ты так далеко-то влетаешь? Да ёлки, он на всю карту влетает, ребят. Я что-то это... Он неприятен. Ну, то есть у меня не идет с ним, как ты видишь. Что-то удар говна какой-то на деле.
Да. Истребление неверующих — это прекрасно, конечно, но, блин. Лоханулся, признаю. Ну, вот это вот то, что он на всю карту перелетает. Просто неудобный враг оказался для меня. Ничего страшного. Убили и хорошо. Стрелочка не на всю карту. Вот это вот. А там на всю карту было. Маленький подарок можно выбрать. Цветную капусту или же семена цветной капусты. Конечно, семена цветной капусты мы возьмем. Семена еды. Да любые семена, это в любом случае полезно. Вы же знаете. Один преодолели, возвращаемся в поселение. У нас в поселении там такая труба. Еретики побеждены, это прекрасно. Продолжить. Еще три на этого босса. Ой, много всего добыли. Так, кто-то мертв. Им пока наплевать. У нас несокрушимая вера. Получить откровение. Компостная яма что дает? Перерабатывает траву в удобрение. Ну такое. Нет, полезно, но пока рано. Костяные украшения. Нет, святилище. Где могут перерабатывать. Будет больше, может быть. Во. Будет, наверное, больше материалов. Я думаю, святилище имеет смысл. Второе. Угу. Правда, правда. Расписание ритуалов. Вот, сокращает перерывы между ритуалами на 50%. Вот оно. Кстати, очень нужно. Дайте. Дайте. Нужно. Очень нам нужно. Правда, нужно. Так, ребят, святилище 2 я хочу. Для святилища 2 нам нужно 6 золота, это в первую очередь. Еще 2 деревяшки и 6 слитков принято. 2 деревяшки, 6 слитков. Запомнили? Все, освещение пусть там проходит, это нам очень нужно. Лучшее улучшение. Но мы сделаем это улучшение, да. И ритуалы мы тоже потом возьмем. Ритуал... С этой игрой, ребят, что-то не так. Душнина, душнина. Постройку можно возвести один раз, и нам одной хватает, это правда. Так, поехали сначала. Может, сразу в шатры? Нет, сначала в хижины. Нам не хватает буквально пары хижин. Раз хижина, два хижина и три хижины. Не хватает пару штук, а я возведу три. Все вполне логично. На самом деле, правда, ребят, логично, это не шутка. Потому что у нас новый последователь, нам он пригодится. Все, это уже они сами доделают. Тут какая-то просьба была чья-то. У квесты просьба? У кого просьба? Или просьбы больше нет? Видимо, нету. Так, кого нам нужно вернуть? Как посмотреть, кто у меня в поселении? На тап? На тап, наверное. Нет, это... Последователи, во. Последователи. Кто у нас есть? Кого у нас нету? Ой, у нас много кого нету. У нас, к примеру, Китя имеется... А, хорошо, Хвеста. Это он скоро умрет, ребят. На него просто не обращайте внимания. О, это он здесь для того, чтобы умереть. Поэтому мы не стали его никак называть. Он ненадолго. А, так. Либра. Дварфа нету. Ну давай дварфа вернем, хорошо. Выздоравливает на 15% медленнее. Это, конечно, не очень хорошо, зато проповеди отступников ему наплевать. Хорошо, слон. Будешь теперь слоном. Поздравляю, ты слон. Ты был ослом, теперь ты слон. Ну что ж, с возвращением, дварф. У тебя новое тело. Вот возьми маечку и служи мне верой и правдой. Добывай. Освещать материалы?
По-моему, у нас есть кто освещает. Нам бы рубку деревьев, да и добычу камня, да и рубку деревьев, да и добычу... Нам на самом деле все нужно. И освещать, и молиться нам сейчас нужно в целом. Ой, все нужно. Давай молиться будешь. Серьезно, нам нужно выходить в новые ресурсы. Мы пополним здесь немножко травой. Угу. Все, молись, молись. Есть еще, кстати, кто-то. Хорошо. Скептицизм. Плевать, потому что у нас все в порядке. Последователи получают уровни на 15% быстрее. Это тоже хорошо в целом. Чулан-работник не нужен? Вроде бы нет. Видел уже, нельзя было выбрать. Все. Финик. Добро пожаловать на борт, Финик. Ты наконец-то появился у нас. Поздравляю, вот тебе маечка, служи мне. Служи и... добывай древесину. Так, хорошо, промывка мозгов скоро закончится, кстати. У меня не хватает зданий. Нужно построить тогда. Ресурсы. Кстати, ресурсы есть. Давай тогда... Давай пропатчим все, что есть, потому что есть ресурсы. Просто потому что есть ресурсы, ребят, на данный момент. Поэтому все пусть строят. Так, освещение проходит успешно. Нам нужно как можно скорее построить вот это строение. Улучшить, модернизировать, пропатчить, проапгрейдить. Сюда, в чулан, видишь? В чулане ничего нету. То есть, скорее всего, они просто сами за собой будут убирать. У нас всегда максимальное вот это, потому что идет уборка. Все, дома есть у каждого. Скоро будет ночь, и как раз для всех будет дом. У каждого будет дом. У каждого. Даже у тех, кто к нам еще не пришел, у них тоже будут дома. Это восхитительно. Так, здесь собираем, конечно же, еще. Уже нужно очень много. Слушай, а я проводил, кстати? Я же вернулся. Я не проводил проповедь. Ну-ка, все бегом сюда. Ну-ка сюда. Ферма нет, пока нет. Нам в первую очередь нужно улучшение материалов, а потом ферма. Их, хватит ли силы для борьбы с еретиками? Не хватает, на следующий день хватит. Доски производить надо, нужно производить доски, нужно. Для начала нужна, тем не менее, модернизация. Во, поговорим о смерти. Доступ к получить особенность вера в жертвы. Вера увеличивается на 20 единиц, когда одного из последователей приносят в жертву. Угу. Вера уменьшается на 5 единиц вместо 20 единиц, когда умирает один из последователей. Да. На самом деле правда, да. На 5 вместо 20. Это хорошо, будет чуть-чуть уменьшаться, нас это устраивает. Это пассивно, а это чисто от ритуалов зависит. Это пассивно, мы будем умирать и все будет окей. Хорошее улучшение. Так, заповеди. Все. Но они умирают постоянно. Денег мало осталось. А что нужно на строительство, еще раз напомните мне, на святилище? Нам не хватает вот 4 золотых этих слитков. У нас их 4, нужно еще 2, получается. Раз. 2. Прям едва-едва хватает, да? Раз-два не хватает, правильно? Еще раз проверю. Совершенно верно. Все, сейчас материалы осветятся. Ой, 3 доски, кстати, взяли, просто нам дали. Спасибо. Камни продаем? Да, можно продавать камни спокойно. 3 камня продам, пусть будет немножко. По 20-ке продается. Но это я лучше едишку, если честно, сделаю. А как действительно быстро перезаряжается пир? Потому что пир — это топовый ритуал в целом. Успеет перезарядиться. То есть мы просто не паримся по поводу еды, ребят, и будем пир на весь мир устраивать на постоянке. Кайф. Правда, кайф. Ферма пока в процессе паузы. Кстати, мы провели ритуал. Надо сгонять к грибнику. Скажет ли он нам что-нибудь еще, потому что мы ритуал-то провели. Карты все надо выскупить.
Ну как твои последователи ощутили на себе силу грибов? Да, мы с тобой похожи, мы друзья, лучшие друзья. Я вижу, как ты любишь дурманные грибы, поэтому хочу сделать тебе подарок. Береги его, верить нельзя никому, никому. О, получили еще один осколок амулета, кстати. Хорошо. Е принять. Я подготовил для тебя еще кое-что. Эта вещь символизирует наше благоговение перед грибами и их потрясающими свойствами. Памятник во славу грибного царства. В поисках Содзе возвести строение статуя в виде гриба. Угу. Ух ты ж, ёшки-матрёшки. Да, когда-нибудь мы это обязательно сделаем, но нет. Можешь меня не благодарить. Возвращайся, когда поставишь это украшение в своем поселении. Тогда я вручу тебе последний подарок. Я веду себя честно, я всегда даю долги. Не то что обманщики, которые меня окружают. Да, серьезная заява. Кто-то заболел и минус 10 сразу. Обидка. Так, возвращаемся в поселение. Кто заболел? Вот кто заболел? Поросята ты. Ты поросята. Иди ложись. Ложись в баньке, лечись. Да-да-да. Чего тебе, Алёш? В последнее очень уныло. Сделаем побольше украшений. Согласится, конечно же. Конечно, я соглашусь. Веры нет, чат. Вообще веры нет. Ого. А почему? Я не знаю. Давай для начала корону. А чё корону? Мне нужно только вот это что-то выбирать. Мне оно не нужно. Мне вот эти не нужны, спасибо. Я хочу ритуал провести какой-нибудь, любой абсолютно. Даже с костром устраивает. У меня есть древесина. Пир на весь мир? Все поедят? Давай пир на весь мир, чтобы все поели, точно. Всем приятного аппетита, кто кушает хомяч, лопает, трапезничает. Мы покушали. Заглянуть на маяк, чтобы собрать веру. Можно, но там всего 15 веры, там ни о чем вообще тема. Самоцветы мы туда принесли. Вот тут согласен, мы принесли туда самоцветы. Так, ритуал бракосочетания. Сейчас мы выберем самого старого и совершим бракосочетание, это выгодно. Возраст 53, 37, 34, 55, конечно. Бракосочетание вот с этим бесполезным, отправленным на смерть. Конечно же. Ему скоро умирать, поэтому все в порядке. Так, ритуалы. Что еще нам нужно? Рыба? Рыбу не хочу. Денег раздавать тоже не особо хочется. Хотя, а у меня нету денег. Кровавый дар. Переживем в целом, если надо будет. Давай пока забей. Потому что мы сделаем три улучшения сейчас, красивых. За камни, по-моему, можно построить какие-нибудь украшательства. И будет все идеально у нас. Вот, кстати, за траву. За траву хорошее украшение. Ой, слушай, она большая слишком. Я сюда украшения не размещал, кстати. Это хорошо. Так, я не размещал украшения. Украшения. Три штуки. Обычных, простых. Каменных. Это пол. Вот, два камня стоят всего лишь, понимаешь? Два камня. А я за них получу еще и дополнительную веру. И не только за счет выполнения задания, но и сами по себе они дадут дополнительную веру. Но и выполнение задания, разумеется, тоже, как вы понимаете. Болеешь, да господи, да что ж с вами такое? А почему вы болеете? После ритуалов болеют теперь, 50% шанс. На самом деле это душнина. То есть то, что они заболевают. Хотя, с другой стороны, если бы у нас было чем лечиться, может быть, было бы и неплохо. Так. Пир на весь мир провели. Это мы достроим сейчас. До того, как они уснут, они достроят, да? А у них трудоголизм еще не... А у них трудоголизм еще работает, я понял. Жениться на стариках тактически полезно, но очень странно выглядит. А что странного-то? Это выгодно? А почему мы веру дополнительно не получили? Не знаю. Ну тогда пусть с Эклибриса получим. Ну-ка сюда подошел. Миссия выполнена, конечно же, я твой идеал. Я принимаю твою любовь.
Просьба выполнена плюс 20. Шикарно. Все показатели на самом деле идеальные, ребят. Надо сходить на маяк, я думаю. Это хорошая идея. И плюс надо сходить еще к этому. Крысе. Вап. Даровченко. А, ягненок, благодаря тебе наш маяк снова дарит свет морям и землям. Прими же наше подношение, славится ягненок, славится ягненок. Отдали самоцветы. Вашим последователям теперь открыт новый облик. Аксолот. Прекрасно. Спасибо. Получить. Это все? Вы больше ничего не хотите? Давай, я выслушаю твой вопрос. Я все смотрю на этого рыбака, и что-то в нем кажется мне странным. Он выглядит прямо как... Нет, это было бы глупо. Еще раз давай скажи. Все? Это все, что ты мне можешь сказать? Это все, что ты можешь сказать? Что-то там было? Это то, что к маяку я подошел, понял. Рыбак. Рыбак, только купить можно рыбу. Покупать я, конечно же, ее не буду. Это торговцы, а торговцев толку нет. Еще раз. Еще раз не могу ничего. Так, плохо. Возвращаемся. В чудо можно вернуться и молитву провести. Проповедь. Рубить не могу. Собираю вот это. К змеюке надо сходить. Змеюка должна быть здесь где-то. Поклоняются... Поклоняются слизню? Рада тебя видеть, крох. Не желаешь сыграть со мной? Так учти, я не подаюсь. Хорошо. Давай я сыграю. Я сыграю. Сложность выше. Без ставки. Поехали играть. Надо будет с красаву еще сыграть без ставки. Начинает флинки. Пятерка. Единица. Тройка. Четверка. Двойка. Тройка. Пятерка. Пятерку на пятерку не ставит, это хорошо. Единица. А можно единицу туда поставить и уничтожить мне? Пожалуйста, это важно. Двойка. Я уничтожу у него двойку, но... Ладно, поехали. Тройка. Он мне тройку уничтожил, мерзавец. Пятерка. Я тебе сейчас знаешь, что сделаю? Я тебе сейчас пять уничтожу. Ясно? Поросенок. Двойку мне уничтожили. Ах ты ж флинки. Три единицы. Девятка, ты понимаешь? Девятка. Ой, все, обосрались. Пятерка. Шестерка. Пятерка. Тройка. Двойка. Минус. Пятерка. Обалдеть. Обалдеть. Просто жесть. И мне опять единица падает. Пятерки, да, ребят, заруинили мне все. Это правда. Ой-ой-ой. Все, я проиграл. Ой, еще и 6 выпад... Конечно же. И 6 я не могу поставить, чтобы снести. Понимяу. Все, побеждает флинки. Вот так оно и работает. Ясно, понятно. Не, игра не подходит. Ни в коем случае. Не-не-не. Это было не сложно. Так. Сыграем без ставки с крысао по-быстрому. Потом сыграем с флинки. По-быстрому тоже. Давай, быстрая игра. Единица. Двойка. Четверка. Тройка. Давай пока так. Двойка. Не сломал мою двойку, а жаль. Шестерку имеет смысл сюда, потому что здесь под прикрытием как бы, да? Пятерка. Единица. Сносим единицу его.
толку от этого никакого, если честно. Лучше оставлять единицу, я думаю. Пусть у него остается единица. Шестерки, две шестерки. Если он туда кинет шестерку, это маловероятно, что он туда кинет ее, но вероятность все равно есть. Четверку надо куда-то, желательно бы сюда, но не могу. Далее, четверку, если я сюда впихну 4 плюс 4, это достаточно много, поэтому давай запихнем. Это шанс на выигрыш. Запихивать сюда двойку. Я запихиваю сюда же двойку. Я могу две двойки сюда впихнуть, это мне даст, ну, какой-то бонус даст. И потом идти по центральной линии. Я думаю, мы наберем по такой тактике. У нас две пары. Этого более чем достаточно, ребят. Правда. Не важно, что он мне снесет там шестерку, там еще что-то. Вот видишь, все равно победили. Азартная игра, получено достижение. Чисто ради ачивки это. Флинки. Теперь надо флинки победить. Так, культ овечки, да, привет-привет. Добро пожаловать. Культ овечки, наше все. Это очаровательно. Тройку сюда залить, чтобы снести тройку. Да пока не столь принципиально, если честно, сносить ей тройку. Может пострадать моя четверка. Пусть страдает. Единица. Так, два. Шесть. Давай пока сюда вкинем, там посмотрим. У него две тройки. У меня две шестерки. Он может шестерка, если у него будет, он вкинет туда. Он три тройки решил не делать. Зато я ему тройки сейчас подосру. Сильно. Бам-бам. Отлично. Единичка. Спасибо. Мне единичка как раз это сильно мешало. Тут две четверки, это приятно. Если даже они снесутся, там останется тройка, что неплохо. Единица. Печально, конечно, но ничего не поделаешь. Сюда поставим. Пятерка. Пятерку плюс пятерку она решила не ставить. Я могу снести двойку, но лучше не буду сносить двойку, потому что сюда лучше тогда впихнуть что-то другое. Видишь, у меня шестерки уже в безопасности. Я тогда лучше сюда запихну. Здесь, в принципе, без разницы, просто всякий мусор стоит. И все, я победил. Еще и пятерку там снес. Это легко, но... Возмутительно, бери свой выигрыш, пока я не передумала. Карту. Давай сюда. Открыта карта Таро. Вы не получаете урона от яда. В целом полезная тема, кстати. Против какого-нибудь определенного противника, я думаю, что зашло бы. Флинки, максимальная ставка 15. На ставку надо побеждать или нет для ачивки, я не знаю. Пока что мы просто сыграли и победили флинки, в том числе получили карту. Пока так. Возвращаемся в чудо.